А что там, контрактников тоже не увольняют? Нет, не увольняют. Все, сейчас, короче, нахуй заставляют отпуск, а потом назад. Всех вынуждают подписывать контракт, да. Так что доброму скажи, пусть нахуй думает что-нибудь. Понятно. А почему так хуй знает? Да потому что никто не хочет служить, увольняют, короче, кому только за 50. 50 плюс тех увольняют, да. С нами тоже, Фил, вообще нахуй, до окончания СФО. Но документов этих подтверждающих ничего нету. Понятно. Да, за контузии, за ранения нахуй вообще перестали платить. Контузии и осколочные нахуй. Тоже ребят всех кидают нахуй. Кто фосфором, блядь, отравился нахуй, кого фосфором пожгли, тоже нихуя не платят. Короче, хорошего нету от слова совсем. Единственное, вот сейчас в части, пацаны, вон, танкисты говорят, новая техника заходит. Получают, скоро пойдет туда к вам, на передок. Понятно.